Я давно приехал в Баку, солнечный. Тогда совсем плохо говорил русский язык. А сейчас мало-мало уже научился. Тем более она сказала монолог моего земляка, рассказала. Ваганыч, он тоже бакинец. Поэтому, дорогие друзья, немножко я буду говорить не по-русски, но я думаю, вы поймете. Когда был совсем немножко молодой, когда учил басен. Борин и лисис. Слышал, да? Борин и лисис. Один раз борин, Аллах послал кусочек пендир. Пендир это сыр, да, сыр. Борин сыр хватал, на берег летел. Там сел, хотел жрать свой сыр. Тогда вдруг хитрый женщин лис бежит, хвост трубом. Хитрый женщин лис подошел, говорит, Борин, а Борин? Айда, мой молодой, да? Какой у тебя перышко красивый, блестящий. А Борин говорит, Николаевское время кончился, дурак нет. Тогда хитрый женщин лис говорит, Борин, а Борин, а твой жена с начальником того? Как? Крикнул Борин, сыр. Сорта падал, хитрый женщин его хватал, хвост трубом держал, на лес убежал. Морал басен такой. Если хочешь жрать свой сыр, нечего с каждой сволочь разговаривать.